Всем привет! С вами опять канал Ярославич. У нас сегодня 30 октября, и как вы видите, выпал снег. Причем выпал так достаточно обильно, за одну ночь буквально все засыпало. И это отличная возможность, чтобы продемонстрировать, испытать и показать вам наш новый отвал. Отвал ППО 3.3 под кодовым названием «Бабочка». И вот как раз сейчас он тут уже трудится за моей спиной. И сейчас я вам подойду поближе и покажу его. Константин у нас уже эксплуатирует его, испытывает. Как вы видите, вы можете видеть, сейчас этот отвал работает в одном из своих 5 положений, как раз в закрытой форме. То есть он собирает снег и, соответственно, сдвигает его в нужном направлении. Это позволяет очищать какие-то участки, где нельзя производить очистку, сдвигая снег налево или направо, а надо просто убрать его совсем. Вот, как вы видите, все достаточно удобно. Вообще, этот отвал работает в 5 положениях. Это со сдвигом налево, со сдвигом направо, или же прямо, или же он может работать клином, раздвигая снег вправо и влево одновременно, или в закрытой форме, то есть собирая его, вот как вы видели сейчас. Ширина этого отвала 3,3 метра. Это при прямой установке под углом 2980 мм. Ну, то есть почти 3 метра. Вот как раз перед вами пример того, как может использоваться этот отвал, благодаря своим разным вариантам изгиба крыла. Вот всю эту кучу он благополучно берет, ну почти все. Остальное в следующий раз захватит. Берет и сдвигает в нужном направлении. Ну что ж, вот мы и посмотрели с вами, как работает наш новый отвал. Обязательно посмотрите следующее видео, там будет более подробно и детально показано, как он работает в разных положениях, в разных режимах. И налево, и направо, и прямо, и по-всякому. А на этом, пожалуй, все. И обязательно не забывайте писать комментарии. Может, кто-то уже, кстати говоря, работает с подобным оборудованием. Обязательно напишите свои впечатления. Может, кому-то нужен такой отвал, обязательно нам пишите, звоните. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну а на этом все. До скорых встреч. До свидания.